В датском Ольборге беспилотники, оснащенные искусственным интеллектом, обнаруживают лесные пожары и проводят их мониторинг в режиме реального времени. Технология работы была создана в 2018-м. Импульсом послужили рекордные пожары в Греции, Швеции и Калифорнии. Typically, when firefighters come out to a wildfire, they rely on 12 old fire maps, or even in worst cases, 24-hour old fire maps. And that means that whenever they come out to an operation, they need to get an overview of the situation, which is then putting behind the actual combating of the fire. And so in the very early stages of a wildfire, those first moments are critical in making sure the wildfire is not running out of control. With our technology, they can get an instant overview of where the fire is, how large it is, where it's most intense, and then allocate their resources. Тушение пожаров не единственная область применения новой технологии, созданной Ольбергским университетом. В этом году ее планируют использовать для обнаружения коал в Австралии и предотвращения браконьерства в Уганде. В Таиланде эта система в настоящее время используется Всемирным фондом дикой природы для обнаружения и отслеживания стад бродячих слонов и предотвращения конфликтов между человеком и дикими животными.